упражнение приседания, со штангой в тренажере Смита. Мы заходим под штангу, выставляем гриф по верхней части лопаток, выполняем разворот для того, чтобы отпустить фиксатор. Постановка ног в данном варианте у нас узкая, стопы параллельно. Узкая постановка подразумевает под собой расстояние между стопами примерно еще одной стопы. Колени находятся четко за грифом. Дальше отходить нам не нужно, так как мы нагрузку будем уже вводить либо больше, либо меньше на заднее и переднее бедро. Это классический вариант. Выполняем приседания с отведения таза назад. Поясничный прогиб всегда мы удерживаем. Лопатки сведены. Садимся мы глубоко до тех пор, пока мы не наблюдаем заворота таза вперед. Если таз у вас начинает подворачиваться вперед-вниз, это говорит о том, что растяжка пока что недостаточна для таких глубоких приседаний, мы постепенно ее увеличиваем. Итак, колени мы всегда удерживаем в параллельном положении. В верхней точке не выпрямляем полностью колени. Садимся, выполняем вдох. Встаем, выполняем выдох. Упражнение выполняем в спокойном, плавном темпе, постепенно увеличивая глубину. Выдох.